Мордовия вошла в число немногих пилотных регионов России, где начнет создаваться система поддержки новых инвестиционных проектов. Об этом шла речь на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Принцип поддержки основан на 5 элементах. Это декларации, свод правил, интерактивная карта региона, консультационный механизм и операционные центры сопровождения проектов. В этом же году, в текущем году, мы запустим пилоты в 8 регионах. Это Сахалинская область, Тульская область, Воронежская область, Нижегородская область, Новгородская область, Московская область, Мордовская область и Забайкальский край. А в 2024 году, согласно поручению президента, система должна охватить всю страну.